Сегодня я хочу оставить свой личный отзыв об использовании вот этих двух ампульных концентратов от Siberian Wellness. Первый – это экстракт, ампульный экстракт с бокучиолом. Бокучиол – это растительный аналог ретинола. То есть очень хорошо выравнивает цвет лица, увлажняет кожу, питает кожу, осветляет немного и предотвращает появление морщин. Здесь очень такая плотная текстура маслянистая, достаточно для применения прям 1-2 капельки, не больше. И применять этот бокучиол, вот эту сыворотку, вернее концентрат, ну, надо по инструкции, скажем так, раз в неделю, ну, максимум 2, вот в зависимости, какая кожа. Однозначно рекомендую к употреблению, очень классный. И второй такой концентрат, это концентрат лифтинг и упругость. Вот этот уже можно применять на ежедневной основе и нужно применять утром и вечером. То есть он обладает вот здесь уже очень выраженным лифтинг-эффектом. Вот, убирает не только мимические морщины, кисетные морщины, но и более глубокие. То есть если использовать на постоянной основе и вот если еще и в связке чередовать. Сейчас еще прикреплю состав полностью, вот состав, что у нас тут с бокучиолом, что там есть и что такое у нас за концентрат, такой лифтинг и упругость. Составом вы уже познакомились. Под этим видео я оставлю ссылку, где можно еще раз про них почитать более подробно и почитать отзывы и при желании приобрести самостоятельно.